Имам Ералиев призвал прессу объективно и правдиво писать о ходе подготовки к 2000-летию Дербента. Градоначальник попросил журналистов больше говорить о позитиве, а не искать изъяны и упущения. По его словам, в настоящее время подготовлены проекты реконструкции выезда и въезда в город. Городская власть активно занимается привлечением внебюджетных источников. За счет средств завода «Игристых вин» полностью обновлены улица имени Азиза Гильядова и площадь Свободы перед зданием городской администрации. Группа компании «Сум» изъявила желание оказать поддержку и взять на себя ремонт домика Петра Первого. Начаты работы по реконструкции парка боевой славы. Глава города особо подчеркнул, что никакого отношения к выделенным на проведение юбилея деньгам администрация города не имеет. Все вопросы финансирования юбилейных мероприятий будут проходить через специально созданное казенное учреждение дирекции Дербент 2000 республиканская. Казенное учреждение, значит, Дербент 2000. То есть финансирование к деньгам, к этим вопросам администрации города отношения не имеет. Наша работа заключается в том, чтобы оказать максимальное содействие, помощь, поддержку дирекции, значит, и нашим министерствам и ведомствам. В ходе полуторачасовой беседы с представителями средств массовой информации имам Ералиев дал подробные ответы на все вопросы. После этого журналисты и сами побывали на нескольких объектах, где ведутся ремонтные работы.